Апноэ Клаб Горький представляет. Всем привет, с вами Апноэ Клаб Горький. Удивлены, что мы шашлыком. Но в зимней нырялке есть абсолютно свои прелести. Иногда она нам даже нравится больше, чем летом. Мы замечательно отнырялись, замечательно попарились в бане, замечательно покушали. И это нам нравится. Нравится? Да! Сейчас мы вам все расскажем. Это лестницу разложить. Да, чтобы ширину. Не могу стоять, когда другие работают. Пойду посижу. Сегодня 27 февраля, на улице минус 10, огромное количество снега, и мы решили организовать офигенную подледную нырялку с баней, с шашлыками, с самоваром. Мы переоделись и уже идем нырять. Приготовили огромную майну, баня тоже готова. И дымится, ждет, когда мы выйдем после нырялки и начнем в ней париться. Ребята уже ныряют. Я припозднился со съемками. Сейчас мы все наверстаем. У нас сегодня несколько майн. Маленькие для того, чтобы делать проныры. И здоровые, чтобы нырять. Сколько у вас тут? Вас что туда? Загнали всех? О, наяда водоросли! Привет! Очень-очень прикольно. Ну давайте что ли? Что ли? Очередь становить. Счастье.
вот мы нанырялись, и теперь пойдем в баню. Кайф-то какой! Как ты? Нормально. Тепло тебе? Все хорошо у меня, да. Ну, отлично. Че у вас тут? Давай, давай, бегом. Ну как, ребят, вы поныряли? Отлично! Иди искупайся. Как вы поныряли? Мы поныряли просто замечательно. Прозрак был вообще на достойном уровне. Стеночку было все видно. А ныряние по тросу в длину подо льдом — это просто космос. Прям вот подтягиваешься на руках, как вот рывок делаешь и скользишь такой. Рывок и скользишь. Как эти? Как free immersion, только в горизонтали. Сбылась твоя мечта? Да, я первый раз между майнами ножками сучила, как положено. Но это было феерично. Очень тепло, да? Жарко. Вот учись, как надо. Давай, скользи! Лопанка! Первый раз ныряла в длину от майны к майне. Это оказалось совсем не страшно и очень здорово. Там подо льдом тепло, скользко, светло, и ты скользишь всем телом, тебя тянет тянет вверх, ты прижимаешься к льду и идешь по ходовику. Это очень здорово. И там хотелось остаться. Если бы пальцы ног не замерзали, то, в принципе, это можно бесконечно этим заниматься. Мне очень понравилось. Не то слово. Это было потрясающе. Видите, угольки они тут разводят. Занимаются угольки в мангальчике. Вот это настоящая подлёдочка. Вот это по-нашему, да. Это по-русски. Чаёк! Чаю быть чаю. Чую? Чую быть чаю. Итак, друзья, мы поныряли. Замечательно попарились в превосходной огненной атомно-жаркой бане. И теперь переходим к еще одной не менее приятной части процедуры. Сейчас пожарим шашлык, попьем чаю настоящего из самовара на березовых дровишках натопленного. Будем кайфовать, отдыхать, расслабляться, кайфовать с командой «Апнея Горький». Давай, давай, давай. Тебе сделать бутерброд? Мы тебе красный острый перец оставили. Ну, Дмитрий, какой у вас секрет приготовления? Моего приготовления шашлыка просто. Я беру мясо. И насаживаю на шампур. Это как играть на фортепиано. Главное вовремя нажимать нужные клавиши, да? Мне кажется, готово. Ничего себе! Привет! Привет! Откуда вы приехали? Издалека. Из дальнего далека. Ехали мы 12,5 часов. Чтобы понырять. О-о. Всю ночь. Мы приедем скоро еще. И не один раз. Мы еще хотим. Мы будем опять 12 часов. Зовите. И вот, друзья, мы отнырялись. Попарились в бане. Сытые.
чай из самовара. Великолепный шашлык. Это ли не прелесть с настоящей зимней подлёдной нырялки? Такой фридайвинг мне нравится.